Следующая операция пройдет в Японии. Опять Япония, да что ж ты будешь делать? Обнаружить объект, доставить объект к месту эвакуации. Любой ценой обеспечить ему защиту. Угу. Некто Томас Хатч, за которого очень беспокоится совет, ехал в лимузине и наткнулся на засаду пришельцев. Найдите Хатча и доставьте его на рейнджер целым и невредимым. У нас новая задача. Хатч, значит, да? Так, значит, да? Хатч. Он, значит. Ага. У меня всего два бойца, вы понимаете? Никаких гарантий, то, что я сам не вольный Хатча, нет. Не может быть речь. Так, Траходириус, а, Траходириус? Давай вот сюда, вот прям засядь и сиди. Насчет Хатча не знаю, но выжить мы должны точно сами. Сидим, сидим, никого не слушаем. Никого. Ага. Так, ну тогда бесстрогно сюда. Блин, жалко шиншилла. Вижу противника. Ау. Давно не виделись. Я помню, у вас очень... От вас очень плохо пахнет газом. Или зами газ. Вот. Зами газ. Давай сюда и в боеготовушку. Договорились? Давай делай. Не, ну Сайц, вы лучше в бою, чем Фарида, конечно. Да, да, да. Этот труп. Плазмер дохляка валяется. Один, ты смеешься надо мной? Что-то вы резкие, ребята. Надо вам примолкнуть немножко. 65, 65, разничтожит. На, ёп. Тут не пачкай эту лавочку своими жилками, разничтожит. И все это ради Хатча, спрашивается. Так. Сбегаем сюда, в боеготовность. Пока Траходир в боеготовности, Зайцев перезаряжается. Нет, вот так и перезаряжается. Все готово. А вот. Ну, ладушки, ладушки. Лечить тебя некому, если что, Траходир. Я как бы напоминаю. Тебе. Ты это и так знал. Ну, я напоминаю общественности, чтобы все знали вообще. И насмехались над тобой. Ну, что логично, что нам идти сюда. А ведь... Может, сюда? Ух, ё-моё, а что это? Туда я не хочу. Если туда надо, то я туда не пойду. Просто скажу, ты хрен с этим хочу, забейте. Угу. Ну ладно, ладно, потихоньку подходим. Торопиться я, естественно, не хочу. Помогите нам с этими тварями! Ну они вроде выглядят дружелюбно же. Так, в лимузине, значит, да? Богатенький, да? Но значит, 65%, как у меня течет меткость от твоего полного бюджета мне в карман. А я имею в виду Траходиру. Разничтожить. Отлично. Прям в очки, прям в очки. Стой на месте и не дергайся, Хатч. Рывок не пойдет, прячешься за светильник, а он, естественно, служит укрытием. 79, разничтожит. Не, ну это хорошо, что не мутовано, как было в прошлый раз. Это вообще жопа была. Так долго их пилить приходится. Реально пилить. Пилую дружбу. Так, ждем, выжидаем. Сначала мы должны убить по максимуму, потом только забирать Хатча. Еще один раз и идем.
Ну, ладно. Естественно, заложников забирать будет зайцев, потому что у нее есть рывок. Давай. Вы Хачи ищете? Да. Его здесь нет. Когда началась стрельба, он свалил вниз к фургончику. Ну, ясно. Было за ним, но влипли тут в перестрелку. Да, подание не можешь не объяснять, типично все. Ну, спасибо вам за что-нибудь там, за сотрудничество, или как там это говорится. Разничтожить. Надеюсь, попадешь? Yes. Зайцев во второй раз лучше Фарида Могила. По меткости и вообще. А вот Трахадир, ну... Ну, Трахадир, да. Это да. Повезло. А ведь Фарида чуть не ранили из-за кого? Из-за Трахадира. Я понимаю то, что он вблизи наносит ничего так урон. Разничтожит. Ну, если бы у него был тоже стрельба на бегу способность, это бы ему бы реально не было бы цены. Потому что впритык такой урон наносить. Это в то же время Зайцев может бегать с дрободаном. Угу. Сиди. Тут перезарядка будет тем временем. Повеселимся. Но после задания. Так, можно выдвигаться. Вперед Зайцева. Все такое там. Чики-пики. Рики-тики-ту. По Неспешанскому. Всем внимание. Во все внимание. Отлично. Трахадир, жжги. Ну что это? Ну как так можно? У тебя же пулемет. Хоть по единичку снес. Зайцев, ты будешь разничтожить? Ясно. Пока что непонятки пошли. Разничтожить. Ое. С ним разобрались. Там еще один. Там он там. Опача, вот это он подставился. Что? А опача, вторая ответочка от Трахадириуса. Вот это он компенсировал все. Компенсировал. Все готово. Так, понемножку можно подходить. Только по чуть-чуть, потому что Трахадир отстает. Мне плохо. Да, я заметил. Сорян. Повезло. Не знаю как. Но факт в том, что нам нужно потом обратно улепетывать. А как мы уже знаем, когда спасали Ивана Дорна. Когда мы идем обратно, с обратной стороны тоже есть противники. Люди, это мы. Слава богу, люди. Мы люди. Заберите меня отсюда. Люди, пора доставить объект на рейнджер. Люди заберут тебя. Обезьяны нет. Я замолвлю за вас словечко, кому надо. Кому надо? Никому не надо о нас говорить, мы секретная организация. Да беги, за руль и пизжу я отсюда, да. Голову вниз. И чтобы ни-ни тут мне. По твоей вине, спешили к тебе, по твоей вине. Зайцев отравилась. К вам движется противник. Чуть-чуть, да. Боеготовность. Значит, они готовы к бою, раз боеготовность. Правильно я понимаю? Правильно? Мне кажется, Трахадир просто радуется из-за того, что мы нашли Хача и салютует вверх. Ну, 85, я понимаю, когда... Ну, понятно. 85, давай разложи его. Да, вроде как, да. Вроде как даже не вытесняет воздух. Угу. Возможно, моей охране стоит Ой. Заказывать снаряжение у ваших поставщиков. Да хер тебе, ты чё ёбу дал? Какой-то хач с таким обмундированием, ты чё, конченый, что ли? Ещё чё там напридумываешь? Внимание!
Внимание, штурм один. На вас идет подразделение противника. Повторяю, к вам движется противник. Ну, ты-то преувеличил. А хотя... Ну, ладно. Спасибо, что предупредил. Большое. 85, да? 85. Давай дальнего. Рад уничтожить. Отлично, прям в мордашку его. Знаю. Разничтожить. Быстрее причем. Хач дождался. Больше он не дернется. Я очень рад, что мои друзья в Совете начали спасательную операцию. Я благодарен вам от всего сердца. Понятно, но мало интересно, честно говоря. Я снова в строю. Так, тебя, тварь, нужно сопровождать, да? Да сюда, что ли? Их тоже, что ли? Давай, вы готовность. Если выберусь отсюда живым, я устрою вашему проекту рекламу, какая вам и не снилась. Нам нахуй это не надо, чё, конченый, что ли? Чё ты, блин, завёлся? Сюда подбегай и сиди, как мышка вообще. Так, их что, нет, что ли? Почему так ход быстро сменился? Или я проходил, не ходил, я не помню. А, нет, за него призародился. Вранье, всё вранье. Так, проходим сюда быстренько. Не хочу в последний момент все слить. Я понимаю, то, что эта миссия намного легче, чем была, допустим, в прошлый раз. Но поставляться не хочется. А то расслаблюсь и все. Когда? Отлично. Проходим, значит. Эх, эти заложники. Вечно приходится с ними так долго возиться. Так долго, что прям за жопу обидно. Так что давай, свой рывчанский, и не беси меня. К вам идут пришельцы, штурм один. Готовьтесь к бою. Не хочу, нет. Только не они. Дай ему по яйцам, прицельте, пожалуйста. До встречи в аду. Да, примерно там, в районе. Все, да. Хач, готов? Беги. Вы так рисковали. Я вам очень обязан. Ага. Задание выполнено. Пристегнитесь, да. Запускаю джетпак на ваших спинах. Ну, нормально, а чё? Заметно легче, но я надеюсь, зайцев немного там лежать. Все а, все в строю, отлично. Ничто так не укрепляет боевой дух, как хорошие вести. Как хорошая порка. Плюс баксы дали. До это связи, командир. Бабки, это отлично. Можно в литейном цехе сейчас понаделать. Так, захват дрона. Что это? Контроль, это не то. Лазер вот мне нужен потом будет. Лазер. Теперь мы умеем создавать мощный лазер на оружие и заменить инструмента на дугометы. Мы можем чинить ТБМП. Ясно. В задницу это. Лазер. Нам нужен лазер. Вообще лазер это всегда хорошо. Работы начнутся немедленно. Как только у нас что-нибудь будет, я свяжусь с вами. Да. Я понял. У меня нужно сохраниться, потому что лазер это дело святое, конечно. Нужно и шиншиллу ждать. А вот и Майкл. Опача, опача. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ага. Стоп, то есть у меня сейчас я типа его смогу выбрать, да? Потом же, даже. Значит, литейный цех, новый проект можно начать. Но зачем мне это? Подавление. Мы усовершенствовали электронику программного обеспечения. Теперь ТБМП могут вести от вонь, конечно же, его. Огонь на поражение. Подавление, ты что такое? Давай. Чё нет? Все готово к работе. Литейные машины раскалены. Когда мы закончим, я вам сообщу. Хорошо, я тоже так говорю, когда мой раскаленный. Yes! Лазер. Так, я не понимаю, не совсем понимаю. Лазерная винтовка. Здесь нужно делать ТБМП, либо как бы он уже есть.
Скелет и скафат, титановая броня архангела. Титановая, может быть титановая, я что-то упустил это из виду, бабки сейчас тратил. ТБМП, во. Вот он, я его вижу. Ну, одну штучку, я думаю, хватит этого, наверное, да? Сделан, да, сделан. А лазерная пушка. Это для чего? А это не для него, наверное? Да, это не для него. ТБМП... Что? Использование пенсионных сплавов делает ТБП еще более легкой, прочной и все такое, там, мобильным укрытием в бою. А это что? Йо, перный театр, вы мне прям... Что за соблазн, донный? Вы мне надоели. А нахрена я его сейчас сделал? Кто знает? Семьдесят мне нужно. Вот я понаделал-то. Ну, если что, с собой армию дроидов возьму. 72, да? Фрагмент оружия нам нафиг не нужны. Можно как-то побыстрее чуть-чуть, ну, или типа того там. Лерий можно продать вот. Пойдет завершить сделку. О, спасибо, чао, пана. Вот ты мой хороший. Один, пожалуйста, спасибо. А лазерная хрень там, она уже как бы есть, или как бы ее не может нету там, или что-то. Ромобой там. Допустим, сейвимся. Сразу же сейвимся. Получено сообщение. Ну вот она что, да? Командир, к сожалению, за последнее время уже несколько стран вышло из состава Совета. Это обидно, как же мы без этих стран? Нас в крайне неудобное положение. Самые богатые страны мира. Превосходная работа. Совет рад видеть, что мы не зря вкладываем силы и средства в экскурсию. Я знаю, что это значит. Значит, месяц прошел. Это самое главное. А если месяц прошел, то мы можем делать... Мы надеемся, что ваши успехи — это первый шаг к окончательной победе человечества над врагом. Не забывайте... Шок. Все, бойцы теперь... они просто невероятны сейчас будут. На, держи лазерный титановый. Экзоскелет костюма поможет бойцам брать с собой куда больше боеприпасов. Кроме того, новые костюмы плохо защищают от воздействия природных сил. Например, от огня. Угу. А с лицом все в порядке там, да? Нормально? Не, я как бы уточнить, мало ли. Что-то не так. Не, я в шоке, как у него сегодня сгорело там. Так, это было за этого. Теперь шиншилла. У тебя все в порядке? Нет, у тебя не все в порядке. У тебя должен быть броня Архангел. Ты можешь летать, там убивать, всех стрелять, там все такое. Бестроганович. Оснащение. А. Титановая броня. Теперь другое дело. Теперь реально похож на Траходира. Одно лицо. И тебе тоже. Когда выздоровеешь, надень титановую броню, выбери нормальный автомат и больше... Что? И больше не беси меня. Ты надоело мне менять уже все оружие себе. Вот. Вроде так, да? Пытаемся и побыстрей. Что забуду. Улучшенный медпакет. Проект завершен. Насчет улучшенного пакета. Медпакета. Не надо его тут. Типа это, как бы. Да? Типа того, да. Подавление ТБМП, проект завершен. А есть что-нибудь там? Да у нас и денег нет, так что забейте. Только месяц наступил, уже денег нет. Это что? What the fuck? Не, я понял, как бы надо. Какой милый. И еще один, ты посмотри, прям как будто свои собственные дети. А ты мой хороший. Какой классненький. Спасибо. О, да. Теперь их можно добавить? В смысле, в казарме посмотреть можно? Нет. Но... А вот, молния. Ты, молния, один. На свалку? Чего вы такие жесткие? Вот. Пока все, думаю.